Самый главный, давай. Ребят, привет всем. Международные бои в КОХ-2. Слава Бабич, ЖК Херсон, Андрей Белорус, Игорь Ингвар. Всем привет. Из России. Да. Привет. Из России, из России, да. Белорус, Андрей, потому что у него есть ник Белорус. А тебя, кстати, Игорь, и так все люди знают. Ты известная личность, не обязательно говорить, что ты из России. Из Подмосковья. Из Подмосковья Прасковья. Рассказываю эту карту. Какая особенность этой карты? Какая? Здесь на карте две точки главные, обычные, возле топлива. Одна и Которые вторая. отрезают топливо, да? Они отрезают топливо. Эти точки надо обязательно удерживать. То есть надо пулемет либо в здание сажать, то есть и эту точку желательно укрепить. Это главная как бы задача. Боеприпасы, они находятся рядом с этой точкой, получается, как бы. Мы всегда можем сбегать на боеприпасов. Но вот если смотреть с левой стороны, топливо доходится чуть-чуть дальше, чем с правой стороны. Но и то лучше атаковать, когда вот эта точка удерживается у нас. То есть это две точки, скажем Я так, ничего главные. не понял. Все, брифинг закончен. Сейчас Я я не покажу знаю, эти. это не брифинг, он меня наоборот запутал. Я сейчас уже Хорошо, думаю, хорошо. что. Я понял, о Сейчас чем. я покажу эти две точки Да, главные сейчас на тут карте. сейчас. Я вторую не знаю. Сейчас Игорь Я загрузится. тут две точки, фактически тут две точки, и за эти точки надо драться, грубо говоря. Ну это если снизу, вот я знаю, Это а если сверху, скипи то такому знакомый сверху паренек. то же Она самое. такая же, такая же. Точно такая же точка. Вот где дорога проходит, она рядом с дорогой прям. Да, с дорогой, то получается, она фактически идентична карта, то есть немножко похожа. СТГ-44 с инфракрасными прицелами, таким эффективно на дальних Короче, дистанциях. вот эта точка главная, и вот эта точка главная. У меня не загрузилось до сих пор. Она пока тоже грузится. Ну, сейчас еще раз покажу. Вот эта точка главная, и вот эта точка главная на карте. Надеюсь, не только у меня не загрузилось. Так, я с кем играю? С тобой снова. Да. Я тогда То есть, побегу. Я тогда считаю, хотя побегу. бы пулемет посадишь сюда, вот сюда. Ну, или, конечно, оптимально вот Опять сюда я на посадить. этой стороне. Ну все. Больше ошибок не будет. Я взял. Бля, зачем я ее сейчас включил? Женщину взял. Женщину. Женщину взяли я ее. Но все равно до третьего очка она пока не это. Да. Если взял Не, ее ну сразу, подстраивался по позже. третье очко, чтобы оно Нет, это. ее проще лучше позже взять. Ее нужно включать ровно на третьем очке, это 100%, чтобы людские резервы нормально капали. Хотя, в принципе, сейчас-то нормально капают. Так они до третьего очка Я и будут вот Они... эту точку буду брать, эту точку, и буду пытаться вот тут сюда идти. Ты пулеметами уже сам думай, куда и что. Беги дальше, возьму. Два пулемета заказал командир со 120-кой, короче, будет потом 120-ка. Два пулемета мало будет. У нас сторона сильно открытая. Тем более, ты ж видел, там Слава наприказывал нам с тобой. Ну, Игорь знает, что у нас, какая главная точка. Ага, у вас эти, вот тут осторожно. Кто у вас? Это у вас. У нас У нас тишина. пирогаз. У нас тишина и спокойствие. А у нас в России газ, а у вас? А у нас сепаратисты от вас. Это как мандавошки от портовой шлюхи, вроде бы, блять, и приятно было, но все равно. Нехорошо. Так, ладно. Поехали. Ну где там, пацаны? Воевать собираетесь, не? Что-то не вижу радости в лицах. Бегут. Все, понеслось. Загоняй их в дом, я их там сейчас испалю. Кстати, что-то колючку натянули, нафига Да, не понятно. я вижу, у нас тоже так же самое. Натянули колючку. Думаю, Не это знаю не... зачем. Ага. Ну, это... это фиолетовый намит пошел полностью.
Лопатник вон на тебя идет. Так, все нормально у нас. Они что там? Давай, давай. Сади, хорош. Сейчас кто-то, блядь, погорит. Так, тебе выполняшка нужна? Тварь отступает. Да, 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 тебе. Вперед, вперед. Вот зачем колючку построили, если я просто машинкой проехал, разломал. Да, 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 тупи. Пусть строит, он собирается окапываться на центре один, короче. Нам же лучше. Конечно, конечно. Смотри, ну это получше немцы, эти хотят, блять. Ну да, там флангуют. Флангуют, отбегают от коктейлей Молотова, стараются. Ну, да, получается есть. Не всегда, да. А то получается, батя, я не стараюсь. Нет. Так, я пошел тех палить, но они скорее всего выбегут, но это хорошо. Там два пулемета стоят, они там командиры убегут. Пришли какие-то. Педики какие-то приезжали. Педики на воздушном шарике, да? Ну, а, это офицер этот. Значит, он в панцерфузелеров пошел. Обходит. Не надо их парами, осторожно. Не води их парами. Видишь, где миномет? Я обхожу здание просто. Где? Про то, что хватит ходить. Вот это. Все, зажали мы. Сделали. И хорошо бы ее укрепить, эту точку. Ну, это да. Было бы неплохо. Слава, ну сам сейчас понимаешь, чуть-чуть не до этого. Прям вот чуть-чуть. Сука, ушли, Слава, да. А тут смотри, боком обходит. Ну, убегай, 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 поднимай. Нет, а у кого это про госпиталь только что сказали? Меня. Прикрути, Андрюх, тебя слышно. Блин. Кстати, госпиталь у меня есть на базе. О, капитулирован, ёпта. Все. Да нет, пятиминутный бой. Нет. Брифинг такой на 10 минут. Да, 10 минутный брифинг. Я поздоровался, всех представил. Ну ладно, 5-минутный бой, значит 5-минутный бой. Почему бы и нет? Ладно, тогда еще один сыграю. Но это не считается. По правилам Коха, бой, который длится меньше 15 минут, не считается за бой. Но его нужно выложить, чтобы вы услышали Славин брифинг, его тактику. Благодаря его тактике мы только что победили. Ну, Игоря, не, трем пулеметом, я бы даже сказал. Не, ну, я хочу сказать, вот эта точка немецкая, вот немцам надо было брать точку, а получается, два немца пошли на центр и сидели там, что-то высиживали, какие-то яйца.